тобою не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие не дают покоя мне. Думал я, что позабуду, обойду их стороной. А они везде и всюду все стоят передо мной. Мне без их привета жизни горе каждый час. Словно мне дороги нету на земле без этих глаз. Все. Все забываться. Силы нету уже. Ну, да. Мы бывало как беседе пели. Ой, вот она и заиграла за рекой, а не у нас. Я была не в полном разуме, любила, милый, вас. Тына, 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 та. Сам играю, сам пою. Ой, я была не в полном разуме, любила, милый, вас. Я любила, милый, вас и любила. Было бы сейчас ты на та. А я любила, милый, вас, и любила бы сейчас. А вы стали зазнаваться, видно, я не стою у вас. Ты на та. Ох, а вы стали зазнаваться, видно, я не стою вас. Тебя, милый, не стою и тобой не дорожу. Ой, гуляй, милый, с кем попала, я ни слова не скажу. Целый час пели в беседе, вот сырмача тут. Русского начинаем плясать. Тетя Настя, а она с тобой ходила на Светлое озеро-то? Да ее все, ее особи водят. Нет, а когда маленькие-то были, вот где по тропке-то, где колдовки-то были? А, ходила. А ты помнишь, как вы маленькие на озеро ходили пешком? На Светлое озеро ходили. Кока ползала у ее на коленках эти. А как ходили? Через какие деревни? На коленках ползали. А через какие деревни ходили? Ой, да уж все забыто теперь. Кать, 50-й вот тут у нас рядышком был 4 километра. Потом Дресвины, да, и Владимир, да, Лобачи еще. А Лобачи 2 километра от Светлого. В Лобачах у Зинайки Победом хорошо. Она замуж вышла. В Лобачах у нас своя деревенска, наша деревенска, да, жила. Зинайка. Зина. Мы всегда, она целую армию нас накормит. Канова. Зинаида. А я, мне еще 5 или 6 годов, я за кокой бегала украдкой. А этот, что там за колдовки были утром? Она не знает, это я знаю. Там болото было, и они в 4 часа утра уже там все колдовки, какую-то траву колдовскую это щипали. А что вы делали, когда приходили на озеро? Чего мы? Когда? На озеро переходить надо. Его раза 3 перейти надо. Кругом. Кругом. Ходить надо. Ну, ведь мы сейчас много это утодвинулись. А ведь раньше только по краюшку озера ползали. По корням, корни. Какие-то коросты были, вот. Ой, сейчас уж все. У ее ревматизма была, и она обещание давала, чтобы уползти озеро. Так еще пацаны катались на их, кто ползли, так верхом сядут, узорничали.
А вы что помните, тетя Кать? Как туда? Что вы делали, приходили? Такая. Зеркалка брали, девки те были вот так. Может, познакомиться с кем. И парнишки те туда ходили. Может, познакомиться, женишка найдешь. Зеркалка брали в сумку. А вот спали такое. Как? Спали? А спали, вот горы те были, вот. Горы те были все наверху. Это они в землю ушли. Не залезешь ни за что на гору-то. Вот так навалимся. Это вот гора, старухи всю ночь рассказывают нам страсти. И вот прислонится в горе, то еще как... мне 5 годов было. Еще звон в горе это слыхать был. А вы помните, тетя Кать? Это, я не знаю, у нас как заповедь была. Каждый год над нам было круг... обходить. Как заповедь была. И вы все ходили? Да. Человек 20 идем тропочкой, друг за дружкой все. Тропа торная была. Пешком. Ну, километров 20 всего было, наверное. Напрямую ходили. А что молодежь... Мы не думали никаких тяжестей, чтобы тяжело нам было это все. Да. За радость, да? Бегали, как козы. Мы с Катей на гору залезли, а там 2 нанашки жили. Они всегда там жили, домик был там у них. И вот хлебную плошку вот круглую выставляли с чесноком. Сначала велели чесноку поесть, а потом и супу нам накладывали. Вот кто хочет поесть, к этим монашкам ходили, они обязательно накормят. 2 это, они замуж не выходили, 2 монашки. Конечно, привет был, привечали всех, они... А ты помнишь, тетя Кать, этих монашек? Да. Сколько годов прошло уж тому? Ой-ой-ой. Да уж, у меня 16 внучат, 16 правнуков. А как они выглядели? В чем были одеты? Да так, как обычно. Черное платье, черненький, длинный платочки. Чего черные. Есть, то и удевали. А домик у них была кухонка или они не пускали туда? Да, одна изба и стол. Одна изба и стол, и поспать им. Печка, да? Да. Горы-то, гляди-ка, как ушли в землю-то. Ни одной горы, я все говорю, а где горы-то, а где горы-то? Меня один раз втаскивали, это, Антония. Я говорю, не трогайте мои руки, я за траву цеплюсь и ползу. А то, говорю, выверните мне. В гору, там крест, ты бывали? Там крест, часовенка, свечки горят. Вот только одна гора, значит, такая-то.